Что ждете от 2021 года? Только позитивные эмоции. Что? Позитивные эмоции. Позитивные эмоции. Как 2020 год? Нормально? Позитивный был? Не очень. Не очень? Так, а ты чего ждешь? Я жду, чтобы все были счастливы, чтобы не такой скучный год был. Ну, как 20-й имеешь в виду? Ну, что бы ты хотела, чтобы было в 21-м? Чего не было в 20-м? Много счастливых людей. Выехали просто с дома посмотреть салют. Просто салют и все, да? Ну и как бы атмосфера. Что ждете от Нового года? От Нового года? Да. Ждем, наверное, какого-то чуда, чтобы все начинания, которые хотели люди начать исполнить, они наконец-то приступили, реализовали свои мысли, идеи, мечты. И чтобы ничто их не останавливало, даже никакая пандемия. И чтобы все были здоровы и счастливы, и все были вместе. Ведь это самое главное, просто быть вместе с теми людьми, которые родные, близкие и всеми любимы. Сегодня здесь, на нашей главной театральной площади, где наша лучшая елка города, я вам хочу сказать слова пожеланий в 2021 году. Прежде всего, здоровья. А от здоровья будет и счастье, и достаток, любовь, будет все. Ну а сейчас главное, ради чего мы здесь собрались, это новогодний фейерверк. С Новым годом, Магадан!